Зумберус Modern Warfare 3, все, что нужно знать. Okay. Сразу скажу, не надо сравнивать это лицо с прошлым роликом. Хорошо? Договорились. Этот комментарий полностью описывает мои впечатления от Modern Warfare 3. Мы получаем нормальный Call of Duty в мультиплеере. Е-бой! Yeah, на Gamescom нам наконец-таки показали первый геймплей Modern Warfare 3 и рассказали про особенности компании. Во-первых, компания будет разделена на аж два этапа. Это классические Call of Duty миссии, где происходит разнообразное месиво. И все происходит линейно. Второй тип миссии. Смотрю твой стрим, параллельно играю в игры на Вите. Бля, кайф. Я помню, кстати, что было охуенно. Я в универе, когда себе привез PS4, я купил себе телевизор, у меня передо мной стоял телевизор, а слева на столе стоял ноутбук. Я с ноутбука, как правило, слушал всякие видосы с Ютуба и играл там в Call of Duty. Бля, было охуенно. Правда, и соседям мешал, пиздец. Миссии — это open combat миссии, которые у меня вызывают много вопросов. Нас будут выкидывать на огромную карту в открытом мире, где мы будем выполнять задания так, как мы захотим. Считайте, что мы получим open world в стиле какого-нибудь Far Cry, но при этом мы будем гонять на карте Верданска. И сами разработчики сказали о том, что мы взглянем на Верданск немножко с другой стороны. А также, судя по всему, они отредколили финал Верданска, когда его заполонили зомби и на город скинули ядерную боеголовку. Судя по всему, продолжение сюжета именно в рамках Верданска у нас будет сразу после того, как мы избавились от Виктора Захаева. И это... Ну, кстати, это прикольно, потому что зомби были не каноном определенно. Это, кстати, очень хорошо, потому что в какой-то момент разрабы колды просто намешали какую-то тушу всякого говна там и зомби и ядерные бомбы ага и свежий яичек. яичко да свежий все это отменяется все это... <свист> это отменяется Хорошо. хотя зомби режим не отменяется ну и давайте поговорим какие у нас предпосылки сюжета сюжет конечно это да. Что они сделали с Шепардом из боевого крутого генерала, который там воевал вместе со своими солдатами в Modern Warfare 2? Они его превратили не просто в лоха, а в полного лоха самого главного дефичента всей армии Соединенных Штатов. Потому что ЧВК-кони во время ивента анонса Modern Warfare 3 нагнули его во второй раз подряд. Кстати, да, в сюжетке же МВ-2 было то, что они спиздили у него ракеты, которые мы ищем всю игру. И они еще раз его наебали. Блядь, реально, Шепард супер-мега просто попуск в этой игре. Почему? Почему? Как? О, это какая-то жесть. Это, это серьезная жесть. Просто вот этот Мамас полностью охарактеризовывает Шепарда в данный момент. Ну, сценаристы решили полностью уничтожить Шепарда. И я не знаю, это как. Я на PS3 научился в шутеры играть, но у меня были синглплеерные шутеры сначала. А потом там всякие Battlefield, и Call of Duty. Не, на контроллере на самом деле можно научиться играть. Весьма неплохо, на самом деле. Я бы сказал, что я бы разъебал каждого из вас. Не, вряд ли. Вряд ли, вряд ли сильно вряд ли. Какая-то месть за обиженное детство, когда один из сценаристов играл в. Modern Warfare 2, и там Шепорт убил Гаста, да? Вот это из-за этого это все происходит, потому что это гениально. Шепард отправляет ЧВК Shadow Company, чтобы захватить химическое оружие Баркова под обсерваторией Зая. Чтобы уничтожить обсерваторию Зая и попасть... В бункер вам нужно захватить баллистические ракеты ЧВК Кони, которые в МВ-19 -го года ЧВК Кони спу***дили у Шепарда. А в конце типа оказывается, что в каждый вертолет Shadow Company было отправлено по два оперативника, которые просто перестреливают Shadow Company и забирают все химическое оружие на вертолетах Shadow Company. И это у нас предпосылка, что Макаров будет как-то использовать химическое оружие Баркова и при, при этом используя ЧВК Конин. Сразу скажу, что по поводу вот этой сингловой миссии, которую нам показали в, в Гулаге. Как так. объяснили по тому самому секретному телефону из тизера Modern Warfare, чувака Кони охраняет данную тюрьму, и поэтому внутри этой камеры находится не Макаров, а кто-то еще. Сразу можно подумать, что это отсылка на 627 на Прайса, а возможно там будет какой-нибудь Юрий, его представят как нового ГГ. Хотя хрен знает. Я до сих пор верю, что там будет сидеть Макаров, потому что если мы послушаем последний радиоперехват, то Шепард говорит четко и ясно, что Макаров должен был сгнить в ГУЛАГе, надо его навестить. Самое время его навестить. И, и вот одна буду. из первых миссий Modern Warfare как раз таки будет на с гайфскую, захватом а ГУЛАГа. Шлау. Выглядит угарно, если дед покажет в Гугле, но на удивление удобно. Если не придет... Клаухват, это стандартная хуйня. Я постоянно играю с Клаухватом на контроллере. Я, я думаю, что я буду проходить Starfield тоже на контроллере. Надеюсь, что контроллер со Старфилдом приедет, успеет приехать. Но нас... Я же не лох, чтобы играть с обычным контроллером. Мне нужно Starfield. -овский. На самом деле, там вообще непонятно, за кого мы играем. То ли это Shadow Company. Мы потеряли что... грузовик! От АГ шных голосов я чё-то... Черт... Мы потеряли бойца. Не слышу, Ласвелла я не слышу. Возможно, либо это какая-то конкурирующая организация, или еще что-то. Я... Короче, все там непонятно. А вот что точно понятно, то что МВ3 станет лучшим мультиплеером в серии Modern Warfare из всех новых Modern Warfare. У нас наконец-то в Modern Warfare возвращаются классические механики. Во-первых, голосование за карту, мы это уже обсуждали. Как бы Троярч еще в Cold War показали, что несмотря на систему из BMM, голосовалку за карту можно спокойно запилить. Да, у вас будет каждый раз лобби рассыпаться. Но при этом голосовалка за карту останется. Следующая. Возвращается классическая мини-мапа, когда ты стреляешь, ты отмечаешься на радаре. Это гениальное решение. О боже, у нас только две игры были без классического радара. Это МВ-19 -го года и МВ-22 -го года. Не знаю, почему Дэд Пи сказал, что 10 лет фанаты ждали классического радара. Блять, я не знал. Я на эту хуйню даже не смотрю, как правило, в Я реально, я реально не знал, что типа в ангар... Ну, в ангар я забыл, что в Black Ops этого не было. Что, что там это было? Разъебал, разъебал. Нет, у нас только в МВ 19 года его не было. Блять, вот и настигло, настигло меня! Настигла меня вот эта вот кара за непроверку информации, блин И в МВ-22 Дезинформировал свою аудиторию, блин, сорян, сны, полгода Даже в ангарде был радар с помощью перка Перк-система, оно же система экипировки, когда Я у нас будут ботинки, перчатки, броник и шлем Перки будут доступны с самого начала раунда. Вам не надо будет ждать типа 4 минуты, чтобы у вас подключился призрак. Все по старинке. Перки работают сразу. Это круто. Дальше нам затизерили новый перк. Это ниндзя. Всем фанатам классических Call of Duty, всем фанатам Treyarch вы получите более тихие шаги. Ура, наконец-то! Главное, чтобы сам звук шагов был нормальный в игре, потому что, допустим, в Cold War всегда понятно использует человек Ниндзю или человек. Просто бегает без перка ниндзя. Ну и самое главное нововведение это 150 хп а-ля Cold War Black Ops 4. Да лично я за 150 хп, потому что ТТК в МВ 22 -го года ну гипер быстрый, слишком быстро убивают, и иногда не успеваешь тупо реагировать на противников. Как показывает практика, того же. Бля, погоди, там можно было купить серп молот. ...Cold Разрабы могут не повторять ошибок Black Ops 4, когда ты реально мог Пульнуть в противника, там, я не знаю, целый магазин, а он все равно жить будет. Здесь такой ситуации, скорее всего, не будет, если оно будет походить на культвор. В воре, как бы, статика все нормально, потому что минимальный урон пушек там 30-35, где-то вот так вот. Поэтому все хорошо. 150 хп для механики МВ22 -го года, это прям хорошо. Слайд cancel возвращает. Вы наконец-то сможете отменять подкатики. Больше не надо просчитывать длину вашего подката, потому что вам в МВ-22 -го года лично я вообще перестал использовать подкат, потому что это самая бесполезная херня. Она тебя только подставляет. Наконец-то возвращает классическую механику по отмене перезарядки. Теперь, когда вы перезаряжаетесь в какой-то момент, вы можете ее отменить и радоваться жизни. Да, спасибо. Следующее. Наконец-то во время... Помнишь срач... Шевцовый зомбирусок? В каком году это было, чел? Слайда во время подката. Вы можете стрелять, и можете стрелять сразу после подката. Чего, допустим, не было в МВ-22 -го года. То есть там, если вы вошли в подкат, извините, у вас будет штраф. Вам нужно там полсекунды подождать, чтобы выстрелить. А с ТТК, который у нас представлен в МВ-22 -го года, у вас тупо нет таких штрафов. 16, 16 год был 7 лет назад, гайс. Это очень круто. Опять же, мы получаем реально нормальный мультиплеер. И знаете, что самое обидное? Вот мне не обидно отдать 7000 за МВ3, мне, блин, обидно, что я отдал 6000 за сраный модром Warfare 2, в котором вот просто все механики Call of Duty нахер выкинули. Зачем они это сделали? Infinity Ward это студия дефичента, студия уборщиков, которые кроме красивой графики и красивых анимаций хайпера сделать ничего не могут. Но у нас появится новая геймплейная фишка, называется Tactical Stance, то есть тактическая позиция или что-то типа того. В общем, помните эту фишку из МВ-22, когда вы устанавливали определенные ЛЦУ, вы могли целиться боком. Теперь забудьте, теперь прицеливание боком будет на постоянке, если вы фанат пожилого CQB. То вы можете радоваться этому, потому что так. сама по себе эта механика будет представлять что-то среднее между прицельной стрельбой и стрельбой от бедра, и при этом вы сможете типа быстрее там реагировать на противников, не уходя в прицельный режим. И это неплохая идея. Посмотрим, как оно будет работать. Также слотчаймер Геймс нам Обещали, что на релизе у нас будет 16 карт Modern Warfare 2. С какими-то изменениями Джефф э, рассказывал о том, что там появятся двери на некоторых картах. И да, двери, плохая механика, но позаибись механика. Посмотрим, как оно будет работать. Главное, Обожаю двери. Главное, чтобы Sledgehammer Games не меняли геометрию уровней, как они делали, допустим, в том же Modern Warfare 19 -го года. Ну и самое главное, что... 12 карт мы получим в рамках сезона. И все эти 12 карт будут абсолютно новыми. Верим мы с Лучхаймер Геймс или нет, я не знаю. Первый показ мультиплеера произойдет 5 октября на мероприятии под названием Call of Duty Next, как это было в прошлом году. И... Блять, это же опять будет... Сука, PlayStation пора подрубать. И всех уже приглашаю на трансляцию, которая будет 5 октября на моем канале. Помните прошлую трансляцию Call of Duty Next на моем канале? Это был пиздец Посмотрим, увидим весь геймплейчик нового модера В этот раз не будем на PS5 собирать, гайс В этот раз нет Типа то, что вы сделали тогда, это был полный пиздец Я, я, я не хочу этого еще раз Warfare А 6 октября уже будет стартовать первый уикенд бета-тест Спасибо вам большое за, за, за тот раз, гайс Который будет эксклюзивен для PlayStation 4 и PlayStation 5 Кстати, в последний раз Просто голосуйте не Боя, у вас последний шанс насладиться вашим самым главным эксклюзивом В общем, спасибо Смотрите, как бета-тест будет работать. 6 и -7, 7 октября доступ к бета-тесту получат те люди, кто предзаказал игру на PlayStation 4 и PlayStation 5. 8 и... Кстати, там не надо предзаказывать, там можно, короче, просто ключ купить. Я в прошлый раз так и сделал. 10 октября смогут поиграть все игроки на PlayStation 4 и PlayStation 5. И 10 числа бета-тест встанет на паузу. Возобновить свою работу бета-тест только 12 и 13 октября, когда игроки на PlayStation смогут играть в открытом доступе, а игроки ПК и Xbox а только по предзаказам. И уже 14 и 16 октября будет полный бета-тест для всех игроков бесплатно, без предзаказов. Давайте поговорим про зомби-режим. Его делают троярщ. И да, у меня такая же ассоциация, что может повториться в Vanguard. Худше, что было с зомби-режимом за всю историю Call of Duty. В общем, что из себя будет представлять новый зомби-режим? Это смесь, нашествие Cold War и режима DMZ типичный экстракшн шутер, но только про зомби. Причем у нас останутся некоторые фишки ДМЗ. То есть вы с собой сможете выносить себе на базу. Ну, в хаб. Перки. И даже всякие штуки, типа Рейгана, которые можно будет потом использовать в следующих катках. Сама система прогрессии именно Сложности зомби будет построено на, по типу нашествия. Вас выбрасывают на огромную карту. Вы выполняете разнообразные задания, контракты и тем самым повышаете уровень того мира, в котором вы находитесь. Сюжетно новый зомби режим будет довольно странным, и чем-то напоминать, знаете, Resident Evil типа 4, 5, 6, где нам рассказывают про всяких био-бабахов, которые используют биологическое оружие. Но в случае этих зомби они. Они будут использовать эфирное оружие, и наш отряд будет как бы бороться вот с этой бабахской ячейкой, которая каким-то образом заполучила доступ к эфиру. Сами катки будут длиться 60 минут. В конце катки Ебать. начинается эфирный шторм, который у вас будет, ну, будет расширяться, как, собственно, происходит в ДМЗ с радиацией. И вам придется эвакуироваться с карты. Фишка, которая мне лично не нравится. Максимальное количество игроков в новом зомби режиме 24. То есть, у нас будет 6 команд по 4 человека. Но это будет чисто PvE режим. То есть, у нас не будет PvP за рук между командами. И это очень странно. Допустим, я фанат играть в соло режим нашествия. Не хочу я, допустим, играть с отрядом. Не хочу встречать других людей. Я хочу сидеть и дрочить свой темный эфир. Но нет, мне этого не дадут. Вам придется играть. Играть либо отрядом, либо в соло, но при этом вы будете встречать вражеские отряды, которые по факту не вражеские, ну, в общем, вы поняли. У нас вернутся крепости с варзона и ДМЗ. У нас помимо зомби будут, кстати, противники-люди. А значит, что они будут вооружены огнестрелом. А значит, что опять будет поломана механика в стиле вангард-зомбис. Где, блин, троярч придумали зомби с пулеметом, который полностью ломает концепцию зомби-режима. И здесь похожая ситуация будет. То есть у нас будут зомби, у нас будут элитные противники, особые противники. И при этом у нас будут люди с пушками. Те самые бабахи, которые получили доступ к эфиру. Сама история будет разделена на три вас... акта. И Салам. в конце каждого акта вы будете попадать на какую-то секретную локацию, типа типа каком-нибудь билдинг 21 или того бункера из нашествия, когда мы побеждали Легиона. Тем самым у вас там будут даже полноценные катсцены, нам обещают Троярч. И это уже неплохо. Но с другой стороны, я не понимаю, как этот сюжет будет работать, потому что действие происходит после событий следующей игры от Троярч, которая является продолжением Black Ops Cold War. Главное, чтобы там сценарист Троярчи не запутался вот в этих всех перепятиях, потому что получается, что в сюжете зомби-режима Modern Warfare 3 мы будем уже знать, какие последствия в мире произошли после тех событий, которые будут в колде 24 года. Ну и, конечно, возвращаются все наши любимые штуки. Блять, я, видимо, не фанат Call of потому что я об этой хуйне вообще в душе гиб. Зомби режим. Это перк машины, это всякие закупочные столы, где можно было покупать броню, всякую экипировку и так далее. Улучшайзер вернется. Конечно же, вернется мистический ящик и так далее. То есть все элементы старого доброго код зомбис будут присутствовать и в Modern Warfare 3. Трейярч говорят, что... Но если будет неинтересно, я скипну. Режим будет супер сложным, поэтому готовьте свои булочки. Вот такая информация. Не, режим зомби я пиздец жду. На самом деле режим зомби, ну, звучит охуенно. Я, я очень хочу попробовать. Я понимаю, что это будет, скорее всего, шурпотреб ебаный, но... Попробовать стоит, мне кажется. По поводу зомби. -режим. На самом деле интересно, что из этого получится. Я лично буду вовсю гонять в мультиплеер, потому что, блин, он охеренный. В отличие от того говна, в котором я даже Battle пас мне лень прокачивать. Да ладно, нормальный мультиплеер вам 2 И буду гонять в зомби режим. Главное, чтобы он не повторял те ошибки, которые были в ангарде. Хотя вот люди... Бля, ну Black Ops Cold War. Я, я все больше и больше притираюсь к Black Ops Cold War. Но опять же, это скорее всего из-за того, что тогда был расцвет моего ютуберского дела. Вот мне те деньки просмотра тех пьяных аниме, когда выходила девушка на час. Они мне так дороги, так дороги. Я так скучаю по этим денькам. Это было так замечательно. Когда мы жрали говно. Пушками, да, это уже ошибки вангарда. Но будем надеяться, что троярч как-то это забалансит. Что вы думаете по поводу Modern Warfare 3? Э, очень нравится. А не того, что э, жду нас... уже предзаказал. И топ издания. Да, цена, конечно, mm -hmm. боль. С другой стороны, реально обидно, обидно, что я купил МВ 22 и теперь мне буду покупать МВ 23. Хотя МВ 22 вообще не надо было, даже 8 метровой палкой трогать. Но думаю, Хорошая игра. Я, я не понимаю, Всем удачи, всем пока. Не понимаю, почему Зомбирус не нравится МВ3. МВ2, мне кажется, хорошая игра.